Вот так будет получше. Значит, разбираем, снимаем обшивочку с дверей. Сейчас я ее вот так сниму поподробнее. Вот такая у нас обшивка. Вот как все это снимается. Значит, вот здесь в нижней части есть зуб, который заходит сюда один. Вот он второй. Вот таким образом. Здесь вот один такой пистончик. Вот он. Он входит вот сюда. В это место. Снимается довольно легко и без последствий. Тут что-то отломать невозможно. Ставится она вот так. Прикладывается и с усилием защелкивается. Поехали дальше. Значит, вот здесь у нас пластмассовая вставочка в верхней части. Специально под нее есть место. Берем каким-то легким пластиком, чтобы не царапать. Сверху вниз ее вот так отщелкиваем. Вот он этот поводочек, который отщелкивается. Он, к сожалению, у нас ни на чем не держится, поэтому он, естественно, выпадает. Вот так он выглядит. Ну, вложим сюда. Поехали дальше. Значит, вот здесь вот есть такая пластиковая клипсочка. Ее то же самое надо убирать. Вот эта клипсочка у нас держится. Там такой поводочек, вот он есть, на котором она держится. Здесь у нас саморез. Смотрим дальше. Вот здесь то же самое. Вот есть отбортовочка. Там под ней будет саморез. Вот там у нас находится саморезик. Тоже поводка нет. Она отщелкивается и улетает. Вот все, что мы сняли. Значит, вот здесь динамичек у нас. Вот это вот находится здесь, открывание дверей. Это находится вот в этом месте, вот на двери. И вот здесь находится вот такой комплектик с саморезом. Все раскладываем. Дальше что? Дальше у нас клипсы. Вот в этой части двери. Вот здесь есть такой, как выступ. За него удобно брать и отщелкивать клипсы. Берем и аккуратно отщелкиваем. Вот отщелкнули. Снизу вверх вот так берем. Поднимаем. Вот отсюда вот выходит у нас панель. И что мы видим? Здесь у нас что получается? Значит, вот они на дверную ручку идут поводки. Отщелкиваются они очень просто. Вот так их выводим в бок и вынимаем. То же самое. И здесь папа-мама электроуправление тоже надавливаем сбоку. Вот здесь в передней части. И выводим разъем, электроразъем. Еще одна тонкость. Значит, надо обратить внимание. Вот здесь вот, в нижней части у нас, как мы видим, защелочка нерегулируемая. Она вот так выходит на себя. Вот таким образом здесь распил. А здесь она регулируемая. Вот она у нас резьба. Вот. И снимая ее, надо обратить внимание, как она стоит. И точно так же поставить, поскольку это влияет на вот эту защелку. Вот она электрическая. Вот, чтобы у нас регулировка замков не нарушилась. Вот, так как она тут стоит, вот мы видим, так ее надо снять и поставить обратно. Вот, больше ничего, никаких нюансов нету. Так, поехали дальше. Вот у нас снято.
Вот они клипсочки, на которых все это держится. Некоторые клипсы остались здесь. Вот, естественно, вот эти клипсочки надо снять и установить на свои места. Вот, вот одного не хватает. И здесь внизу. Вот, делается это обычным съемничком. Вот такого вот формата. Берешь, вставляешь, отдавливаешь аккуратно и ставишь на место. Ну, в общем, и все по разборке двери. Дальше вот здесь вот у нас на пленочке клееночка приклеена, но это как бы уже другая история. Вот таким образом легко и просто разбирается обшивка двери на Mitsubishi. Я почему это снимаю? Потому что иногда попадаются машины, ну, как бы с замороченной разборкой, сборкой. И поэтому перед тем, как что-то разбирать, я стараюсь там где-то что-то посмотреть в интернете или еще где-то. Ну, это как бы в копилочку знаний видео. Кому-то да пригодится. Я думаю, лишним не будет. Человек взял, посмотрел и уже будет знать, как, допустим, такая обшивочка разбирается, снимается, чтобы ничего не крушить, ничего не ломать. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.